Единый типовой договор на эксплуатацию лифтового оборудования, а также общий тариф и диспетчерские на уровне муниципалитетов. Все это будет создано в ближайшее время, чтобы повысить эффективность обслуживания лифтов в округе. На сегодняшний день на территории Московской области у нас имеется более 62 тысяч лифтов, и из этих 62 тысяч 4600 лифтов располагаются на территории Одинцовского городского округа, и лифтами оснащены 939 МКД. В настоящее время контроль работы лифтов может осуществляться тремя способами – специализированной организацией, управляющей компанией или единой диспетчерской службой городского округа. Все принятые меры должны привести к оперативному устранению неисправностей, а также своевременной замене устаревшего оборудования, отметил Андрей Иванов. Я уверен, нам до 25 декабря, потому что этот срок звучал из уст министра, на заседании правительства. Нам до 25 декабря нужно провести с управляющими компаниями полноценную разъяснительную работу. И с этой презентацией, с живым диалогом о необходимости этой работы и о тех плюсах, которые, собственно, все мы получим, в том числе и обслуживающие организации, которые на подрядах у управляющих. Что нам позволит, ну, во-первых, типовой договор, о котором говорили, да, между управляющей компанией и обслуживающей организацией. Одинцовский округ вошел в число пилотных муниципалитетов по улучшению качества работы лифтов. До 1 марта следующего года будут разработаны типовой договор и единый расчет стоимости оплаты на эксплуатацию лифтов. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».